Бывшая девушка полузащитника Краснодара Павла Мамаева Юлия Евтух считает, что деньги испортили футболиста. По словам модели, с появлением больших денег игрок стал тратить заработок на автомобили и дорогую одежду, в то время как Евтух мало что доставалось. Однажды собрались на какой-то вечеринке с футболистами и их женами. Мамаев стал привычно хвалиться брендовыми шмотками. Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: «Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб», цитирует Евтух Стархит. Также девушка отметила, что Мамаев транжирил деньги в ночных клубах со своим другом Александром Кокориным, который выступает за петербургский «Зенит». Евтух заявила, что знакомые начали ей рассказывать, что видели Мамаева с другой, однако она отказывалась в это верить. Все изменилось после того, как после недельного отсутствия она обнаружила на полу в квартире черные волосы. Зашла в ванную, на шампунях, маслах все крышечки открыты, духи наполовину использованы. Тогда он сознался, мол, да с ним жила девушка, сказала модель. Девушка добавила, что смогла простить измену, однако вскоре футболист принял решение расстаться с ней. Ранее сообщалось, что грозненский Ахмат готов принять Кокорина и Мамаева.